традиційно в нашій студії гість. Сьогодні ми вирішили об'єднати. В нас сьогодні два в одному. Це людина, по-перше, за своїм фахом. Він лікар, тож деякі питання будуть у нас стосовно здоров'я, а також це чудовий гуморист та шоумен Дмитро Петрук, представник Камеді, Аспірін Камеді, так, проєкт у нас в Полтаві має назву. Доброго ранку, Діма, дякуємо за те, що ти сьогодні прийшов до нас. Як воно оце взяли, підірвали о 7 годині? Я не знаю, як ви працюєте. Я собі не представляю, це дуже складно. Тепер я розумію, раніше я не знав. Да. Отже, Діма, ну, я казав, що будемо об'єднувати дві теми в одну. Завтра, 19 січня, в Україні будуть відзначати святе свято. Святе свято, ти сказав, да? Як для ведучого нормально. Для ведучого хорошо сказав, да. Це богоявлення, або ж, як в народі його називають, водохреща. Ми знаємо, що купа людей одразу побіжить до ополонки і будуть туди занурюватись. Скажи, будь ласка, наскільки це шкідливо для здоров'я, для непідготовленого організму? Ну, это прежде всего, наверное, опасно для тех, кто не ныряет, а только ныряет в другом месте, да. Но вообще, на самом деле, с точки зрения медицины, это явление очень такое, скажем так, неоднозначное. То есть не всем, во-первых, это можно делать. Начнем с того, что люди, которые там болеют хроническими или даже острыми заболеваниями в тот или иной момент, вот, особенно сердечно-сосудистые, эндокринные и так далее и тому подобное. То есть здесь речь идет о том, что можно спровоцировать очень серьезно это все, эту ситуацию. Поэтому лучше этого не делать. Но в любом случае есть еще и люди, которые не знают об этом, да, и готовятся к этому определенным образом. Подготовка должна быть однозначна. Нельзя в воду заходить постепенно. Ну, по крайней мере, мы так говорим об этом медики, да. Почему? Потому что это постепенное переохлаждение. Лучше быстро нырнуть, окунуться, выйти и убежать греться. Но, опять же, греться разумно, это ни в коем случае не алкоголь, этого нельзя делать. Разогреваться горячими напоями, я так разумею. Да, да, в идеале это чай, кофе, то есть горячие какие-то напитки. Чего нельзя еще делать? Нельзя окунаться, скажем так, по пояс, по плечи, лучше окунуться с головой. То есть, чтобы равномерно не было переохлаждения или где-то перегрева, вот, чтобы температурный режим был равномерный по всему телу. Это тоже очень важно. Часто... Нельзя растираться, вот тоже важно. Часто окунають дітей, я знаю. Наскільки це є небезпечним? Ну, я своїх не окунаю, я тобі так скажу. А ти, я розумію, завтра збираєшся, да, йти пірнути? Думаю, да. Думаю, да. Скільки років ти цим займаєшся? Я этим не то чтобы занимаюсь, я бывает просто, ну, то нет возможности, то нет времени. Но если такая возможность есть, я обязательно ей воспользуюсь. То есть, ну, пару лет подряд уже да. Якщо людина, скажімо так, не має хронічних захворювань, підготовлена, наскільки це корисно для здоров'я? Это однозначно очень хорошо для здоровья, особенно если человек подготовлен и делает это постоянно, хотя бы в условиях душа домашнего, да, контрастного. Конечно, закалка есть закалка. То есть это 100% хорошо, это хорошо для всех систем организма, и в будущем организм скажет спасибо за это однозначно. Чему не можно растираться, ты сказал? Это плохо для поверхностных сосудов кожи. Ага, для капилляров? Да, очень плохо. А что станется? Можно их травмовать? Да, они травмируются, они ломаются, они становятся очень поврежденными. То есть нужно промакивать себя полотенцем, то есть ни в коем случае не растирать. Інакше будеш як томат. Да, що в этом есть, да. Ну що ж, да. Добре, дякуємо за поради. Всі послухали лікаря, всі зрозуміли. Самое главное не начинать свой путь в прорубь с фразы «клянь, чо я могу». Вон ти здесь точно лишний. А за тобою твій кум каже «та фігня, диви як треба», да? І так само. Да, ну, да, ти все знаєш. Ну що ж, Діма, тепер давай торкнемося безпосередньо теми твоєї гумористичної діяльності, саме Аспірін Камеді. Що це за проєкт, коли він з'явився і для чого був спрямований? О, это... Это проект, который появился в 2014 году, был первый выпуск. Это проект достаточно такого клубного, закрытого юмора. Что это значит? Почему Аспирин Камеди? Да? Почему Аспирин? Изначально мы адаптировали этот юмор больше под врачей, под тех людей, которые якобы... Ну, мы знаем, что врачи продлевают нам жизнь, да? А кто будет продлевать жизнь врачам? Казалось бы. Смех. Да, смех. Мы тоже так подумали и решили, что сделаем такой внутренний проект, который будет вот адаптирован именно под медиков. Мы попробовали это раз, попробовали это два, это очень хорошо получилось. И у нас, в принципе, с первых наших выпусков были аншлаги, были полные залы, нам это очень импонирует. И спасибо всем, кто приходит к нам.
Вот. И сейчас уже к нам приходят не только медики. Мы приглашаем абсолютно всех, приглашаем в частности и вас. С огромным удовольствием будем вас лицезреть на следующем выпуске. Вот. Начало было таким. Позвонил мне мой друг, товарищ, брат, коллега по работе Виталик Дробовский. Вот. И говорит: «Димон, есть идея». Сидим просто так, без дела. КВН и закончились. Мы повзрослели, надо юмора в жизни добавить. Ну, говорю, давай. Буквально за 2 дня мы решили сделать этот проект. К нам присоединилась огромная инициативная группа студентов, которые захотели в нем участвовать. И, в принципе, таким вот образом лед тронулся. На сегодняшний день уже 14 выпусков. Где-то лучше, где-то хуже, но в целом это отличные варианты. Это там был я, да? Ну, мабуть. Вот. Не тільки ти, там ціла когорта таких, як ти. Да. Нормальних чуваків. То есть сам по себе проект направлен на то, чтобы действительно продлевать жизнь смехом, юмором. И, ну, не сказать, что это прям... Ось, будь ласка, ты. Ага, да. С вот. Микрофоном. Да, вот это вот где-то там. А может, и не там. Ну, не важно. Вот. Не сказать, что это как бы предел наших мечтаний. Но, тем не менее, на сегодняшний день этот проект живет, будет жить дальше, и мы развиваем его. Мы развиваем, более того, мы сейчас хотим, уже приоткрою занавес, можно, да? Про це и хотели також поспілкуватися, да. Не просто так тебе запросили. Хотим съездить на фестиваль Лиги смеха для того, чтобы еще больше набраться опыта. Ну и, естественно, главное – это пройти дальше и где-то вот поучаствовать в телевизионной лиге. Это для нас, в общем, было бы здорово, это был бы хороший опыт. Зараз у проєкті, ти казав, що на початку були лише медики, да? Да. Зараз у вашому саме проєкті не глядачів, а учасників. Також самі медики, а чи ви залучили ще когось? Ні, є ребята, які к медицині взагалі ніякого відношення не мають. Не мали, я так говорю, не мали. До цього проєкту не мали ніякого відношення. А сейчас уже это люди, которые разбираются в тех или иных аспектах медицины и помогают нам этот проект делать ярче, лучше. Потому что, ну, сам понимаешь, невозможно шутить только на медицинские темы. Даже медики от этого устанут. Вот. Поэтому мы пытаемся уже разносторонний юмор сюда внедрять. А для этого нужны люди, которые смогут это делать. Вони є у вас. Гумор іде більш специфічний якийсь? Ну, політику включаєте, чи у вас все-таки більше соціалка якась? Так, да, ми стараємося політики не шутити, ми беремо більш життєві ситуації, медицинські, не медицинські, ще раз повторюсь, да, но в плані політики це крайне рідко. Це якщо зовсім, як ми називаємо, болт, якщо ми знаємо, що зайде, то ми даємо таку можливість посміятися залу. Да? Вот. А так ми стараємося такий нейтралітет держати. Ми вне політики. Ти кажеш, що проєкт розвивається. Скажи, хто з відомих людей, полтавців, приходить до вас на ваші виступи? К нам приходять. Нам, ну, мы постоянно приглашаем каких-то гостей, да, в основном это какие-то шоумены наши полтавские, в основном это какие-то коллективы развлекательные, то есть шоу-программы какие-то коллективы, вот, я сейчас просто боюсь кого-то назвать, кого-то не назвать, понимаешь, то есть, всегда у нас есть гости, всегда, и мы с огромным удовольствием разыгрываем их у нас на проектах, мы с огромным удовольствием привлекаем их в программу, они участвуют, то есть, по большому счету, не отсиживаются, скажем так, как зритель, они принимают активное участие. Это певцы, это различные юмористы тоже. Это не только, кстати, полтавчане. К нам приезжают ребята из Лиги смеха тоже, вот, которые уже на телевизионных версиях. Вот, и, в общем-то, помогают нам таким образом тоже развивать этот проект. Наскільки розширилась аудиторія глядачів за ось ці? Ти казав, в 2014-му, да, з'явилось? За 4 роки. Ну, мені кажется, следующий зал, который нам нужен, это уже листопад. Ну, понимаешь, да? Мы пробовали уже и Версаль, мы пробовали уже и виллу крокодила. На ней мы больше всего как бы останавливаемся, потому что она более вместима, скажем так, и более удобна для зрителя. Ну, 300 плюс мы уже, уже да. Ну, тепер давай говорити про Aspirin Comedy, про той склад і ті завдання, які перед вами стоять зараз на виїзд в Одесу на фестиваль гумору Ліги сміху. Тут все очень сложно. Тут надо в 4 минуты уложить весь наш потенциал, весь наш юмор, который мы можем прописать на сегодняшний день. А есть конкретный регламент, да? Не больше, не 4 половины. Да, это фестиваль. Туда приезжает порядка 200 команд, а может и больше. И вот за определенное количество дней им надо выступить. Это целый день, это круговорот юмора. То есть оттуда люди выезжают с тризмами мышц уже, с кулы. Да, это...
довольно трудоемкий процесс. Для нас же это 4 минуты, как и для любой другой команды. 4 минуты, и за эти 4 минуты ты либо проходишь следующий тур, либо нет. Для своего выступа на этом фестивале вы брали какие-то номеры, которые уже были показаны полтавскому глядачу, или готовили абсолютно новую программу? Старались готовить абсолютно новую программу, потому что мы ее все равно покажем и здесь, на Аспирине, так как приедем оттуда и обязательно будем делать новый выпуск Аспирин Камеди. Но некоторые вещи, которые проверены, 100% проверены, мы знаем, что у нас они заходили не единожды, вот, мы их обязательно будем брать с собой. Не совсем, ну, понимаешь, какая ситуация? То есть, помимо тех 4 минут, которые мы везем еще с собой, наверное, весь наш потенциал. Для того, чтобы там была возможность отреагировать вовремя и что-то где-то поменять. В лучшую сторону, мы будем так говорить. По ходу выступу дивитися, робити ротацію самих номерів, не совсем по ходу выступления, до выступления. Но нам это будет понятно уже в первые дни приезда в Одессу. А, вы просто будете дивитися на інші команди, як вони виступають, що заходить, що не заходить. С кем-то советоваться, кому-то что-то показывать, где-то редактироваться, то есть... Это процесс. Хтось з зіркових представників Ліги сміху допомагав вам в створенні цього проєкту перед виїздом на Лігу сміху? Нет, ніхто к этому не причастен, кроме нас самих. Вот есть проект Аспирин Камеди, вот в основном все ребята, которые в нем и принимают участие, и сами, скажем так, сами все пишут, сами все делают, ставят на ноги. Все это сами. Тобто ви самі і автори, і редакторська колегія? Да. Да. Сами пишете, сами редагуете, сами дивите, что зайдет. А я парень, который с палкой на гиме стоит. А, то ты головный, да? Нет, ну не совсем. Я и Виталик Дробовский. То есть у нас это обоюдно, мы и Аспирин Камеди делали вместе, я же говорю. То есть у нас главного как такового, наверное, нету все-таки. Но ребята молодые, ребята амбициозные, и понятие и восприятие и понятие юмора у каждого свое, да? Если их не собирать в кучу, то это будет, ну, просто разброс. Поэтому надо на цьому фестивалі там декілька днів, ти кажеш, да, буде все це. Це якісь попередні виступи, а потім найкращих будуть випускати на сцену, чи всі одразу на сцену і погнали? Наскільки я понял ситуацію, там є несколько туров. Для того, щоб попасти в телеверсію фестивалю, нужно пройти 2 тура, і в третьому ти вже получается в телеверсії. То есть для этого ни мало, ни много, надо в первом туре эти 4 минуты очень хорошо показать, чтобы тебе сказали, годится, идешь дальше. Вот. Во втором туре команд становится все меньше, ты еще раз показываешь это выступление. То же самое? Наверное, да. Я думаю, что да. Возможно, с какими-то изменениями, но я думаю, что, скорее всего, то же самое. Вот. Если на общем фоне ты опять кажешься очень даже привлекательным, команды я имею в виду, да, то, соответственно, ты идешь в третий тур, а это уже телеверсия. Якщо, точніше, не якщо, коли ви потрапите в телеверсію і вас оберуть декілька суддів, до кого у вас більше лежить душа? Кого ви хочете обрати собі зірковим тренером? Ти розумієш, об этом у нас такий кипіш в написанні зараз матеріалу, ми об этом не то, що не думали. Ну, давай так, гендерну візьмемо приналежність. Підете до чоловіка чи до жінки? Я понял. Ну, не знаю, не готов отвечать за всех, понимаешь, потому что это коллективное решение. Я думаю, что выбирать все равно будет коллектив. Ну, я бы, наверное, выбрал бы, может быть, там Игоря Ласточкина. Вот кого-то из юмористов, не шоуменов, а юмористов. Шоуменов нам в жизни так хватает, понимаешь, да? Вот, а хочется поработать, вот хотелось бы поработать с кем-то из профессиональных комиков. Так, ну і останні запитання буде дуже простеньке, їх буде декілька. Скажи, будь ласка, що ти найбільше цінуєш в людях? Простоту, чесність. Ну, от все те, що дає тобі зрозуміти, що цей чоловік добрий, хороший, відзивчивий. Это сложный вопрос задал, на самом деле. Не, ну это прости, коротенький блиц. Смотришь на человека и понимаешь, что хороший ты человек или нехороший. Да? Вот. Я честность очень люблю. Что ты ценуешь в человеках? В мужчинах? Да. Ну, мужчина не должен плакать. Мужчина должен быть, опять же, честным. Мужчина должен уметь постоять за себя. Ну и мужчина должен быть грамотным. Что ты ценуешь в женках? Ой, все.
на самом деле все, потому что они нас украшали, украшают и будут украшать. Вот. Я ценю даже отчасти их капризы, их какие-то особые мнения. Вот. И я бью все стереотипы, я никогда в жизни не верил в то, что блондинки какие-то определенно не такие и так далее и тому подобное. Мне кажется, что какими бы они ни были, женщины, вот, мы их должны такими принимать, любить, потому что именно они украшают нас и этот мир. Что ты любишь в себе? В себе? Нет, тут я самокритичен. Тут я самокритичен. Я люблю в себе, наверное, то, что я сумел создать семью, детей. Вот этим я горжусь больше всего, наверное. И мне кажется, что ну, лучше пусть о мне говорят другие, чем я буду говорить о себе сам. Які, як ти вважаєш, якості тобі в житті заважають? Скромность. Нет, ну, может быть, и она тоже. Я думаю, что, наверное, страх нового. Я вроде как люблю все новое, но в то же время присутствует страх для того, чтобы вот, вот просто взять и сделать. Угу. Вот. Но берем и делаем все равно. І останнє запитання. Твої побажання всім твоїм прихильникам і прихильникам аспірін-камені. Если вы существуете. Если вы существуете, да. Ну, как минимум 300 мы знаем. Вот, да. Ну, их на самом деле больше. И причем есть постоянные ребята, которые вот ходят прям, ну, вот, как на работу Aspirin Comedy, да. Мы подумываем им уже роли раздавать. Вот. Я хочу в первую очередь сказать им огромное спасибо всем, ребята. Ну, вы те люди, которые действительно украшаете это шоу, которые делаете его значимым, потому что если бы не вы, то мы бы потеряли всяческий интерес. Вот, поэтому огромное всем спасибо и ждем вас на новых выпусках Aspirin Comedy. И вас ждем на новых выпусках. Ну, мы будем. Если ты нам завчасно скажешь, когда это будет. Мы уже на данный момент, телеканал «Місто», мы стали официальными и эксклюзивными медиапартнерами шоу «Мен Шоу», в котором ты так же... Надо было выпить по ветру, да? Ну и, в принципе, мы не против прийти и на Aspirin также познимать. В принципе, это хороший проект. Будем вас ждать. Обязательно позвоню заранее, обязательно скажу. І я сподіваюся, що ми чуть-чуть вам теж продлім життя сміхом і юмором. Так, ну з тобою ми побачимося 6 лютого у Версалі на шоу-мен шоу. Але перед цим ви з'їздите в Одесу. Я від цього нашого великого колективу, по-перше, телеканалу «Місто», по-друге, від усієї нашої когорти шоуменів. До речі, Лена Білізна зараз там стоїть за стеклом, дивиться нас. Вона, я гадаю, також приєднається до побажань. Отже, бажаємо вам пройти, обрати гідного тренера і рухатися далі, далі, далі. А ми будемо дивитися на вас з телеекранів і пишатимося. Я особливо буду дивитися і казати: «Пацани, я їх знаю, вони з Полтави!» Це як ми говоримо про тих, хто вже там. Тобто успіхів вам, всього найкращого. Спасибо огромное, ребятам все передам. Спасибо за те, що пригласили. Пойду спати далі. Все, дякую тобі. Спасибо. Ну що ж, нагадую, що сьогодні в нас в гостях був Дмитро Петрук, яскравий шоумен, а також представник проєкту «Aspirin Comedy» в Полтаві.